Друзья, всем привет! Я уверена, что многие из вас еще не пробовали такой вкуснятины. Поэтому сегодня решила поделиться и приготовить для вас вкусную мясную грудинку на сковороде. Готовится она просто, получается очень вкусно, сытно и аппетитно. А все ингредиенты и количество я пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. Давайте, друзья, начнем приготовление. Для приготовления я купила мясную грудинку. Я всегда грудинку предпочитаю покупать, где меньше сала, а больше мяса. Но здесь уже все на ваше усмотрение. Мясную грудинку промываю под проточной водой, обсушиваю бумажным полотенцем, далее разрезаю ее на несколько кусочков. Вот такие небольшие кусочки у меня получились. На сухую сковородку без масла отправляю мясную грудинку. И начинаю ее обжаривать со всех сторон до румяного золотистого цвета. Пока обжаривается мясная грудинка, в небольшую миску я добавляю 5 зубчиков чеснока. Чеснок я пропустила через пресс. Сюда же выливаю 100 мл соевого соуса. Друзья, соль я сюда не добавляю. Добавляю 1 чайную ложку с горкой сладкой молотой паприки и пол чайной ложки приправы для свинины. Все хорошо перемешаю. По желанию сюда можно добавить немного черного молотого перца. Также мне потребуется небольшой стручок красного жгучего перца. Перец я нарезаю на небольшие кусочки. И далее в обжаренную мясную грудинку я вливаю соевый соус с приправами. Сюда же отправляю острый перец. Перца добавляйте по своему вкусу. И вливаю 500 мл темного пива. С добавлением пива, друзья, мясная грудинка получается очень сочная и вкусная. Попробуйте приготовить. Далее всю эту красоту я прикрываю крышкой и на медленном нагреве плиты готовлю под крышкой 30 минут. После этого крышку я снимаю, еще мясную грудинку обжариваю на сковороде в течение 10 минут. При этом несколько раз я ее переворачиваю. Приготовленную грудинку, друзья, я выкладываю на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. А как грудинка у меня остынет, я ее убираю на ночь в холодильник. Я ее предпочитаю все-таки кушать в остывшем виде, но многие кушают ее сразу. У меня прошла ночь, мясную грудинку я нарезаю на порционные кусочки и подаю ее к столу. Друзья, приготовьте, это очень вкусно, просто и аппетитно. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также готовьте, как я. Кстати, мясную грудинку я очень люблю кушать с бородинским или ржаным хлебом, с вкусным хрустящим луком и квашеными помидорами. Они у меня, кстати, друзья, есть на канале. Переходите. А вам всем скажу, готовьте, как я, готовьте лучше меня. Всем пока-пока.